По понедельникам музей пермских древностей закрыт для посетителей. Мы красим губы латимерии и чистим зубы динозаврам. С такой записи в социальной сети Twitter в понедельник стартовала акция «Музеем ВИК» в музее пермских древностей. Оказывается, губы рыбьей латимерии подкрашивают для красоты. Чтобы она производила максимальное впечатление на зрителя, чтобы вы видели ее как живую. А зачем чистят зубы? Чтобы обеспечить их наилучшую сохранность и защиту от пыли. А еще мы нашему мамонту постоянно бивни полируем. В неделе музея второй год принимают участие все 10 филиалов Пермского краеведческого музея. За нашими сообщениями можно следить на официальных аккаунтах Пермский краеведческий музей, но поскольку у Музея пермских древностей есть свои аккаунты в Твиттере, Фейсбуке и ВКонтакте, то можно следить только за нашими новостями, палеонтологии, геологии, если это особенно интересно. Мы стараемся быть оперативными, хотя у нас в музее нет отдельной должности, ну, например, там, менеджер, SMM-менеджер социальных сетей. Если набрать в поисковой строке два слова «Музеум ВИК» по-английски, даже если вы не зарегистрированы в социальных сетях, найдете много интересных новостей о 2600 музеев и других культурных учреждений всего мира. Каждый день в музейной неделе своя тема. В понедельник открывались секреты, сегодня музеи будут рассказывать о своих сотрудниках, в среду о зданиях своих музеев, в четверг о разных экспонатах, в пятницу об инновациях, в субботу об интересных историях, а в воскресенье сотрудники музеев расскажут о том, что они больше всего любят в своих собраниях.